Он пишет тут вот, что тогда, когда нижние заняты радостью, хорошо привлечь свет радости внизу. А в этот месяц, когда все плохое стало в радости, и потом все закончилось пиром, вот как нам делать вот в эти дни? Что нам надо сделать, чтобы это стало пиром? Что добавить? Все больше и больше говорить и включаться в те самые действия, которые Творец проявляет по отношению к нам, рассказывает, что произошло в месяце Адар, что нам тоже нужно поднять себя в чем-то к таким состояниям.